Нелегальная торговля рыбой. На улице Маркина полицейскими выявлен факт реализации в неустановленном месте рыбы чистяковых видов. Прямо с кузова бортовой газели перекупщикам пытались продать сазана. В сопроводительных документах указано, что переводится всего 158 килограммов продукции. Машину направили на контрольное взвешивание, согласно которому в транспортном средстве находилось 1800 килограммов. Водители и продавца доставили в отдел полиции. Рыба направлена на ихтиологическое исследование, чтобы определить способ добычи. В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД России по Астраханской области.